Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 182 сантиметра, вес 65,7 килограммов. Его профессиональный рекорд. 3 победы, ни одного поражения. Представляет джудо-клуб из Укмержи, Литва, Зигимантас Ромашка. Его соперник в красном углу, ему 25 лет. При росте 172 сантиметра его вес составляет 66,7 килограмма. За его плечами 5 профессиональных боев, из них 3 победы и 2 поражения. Представляет клуб «Беркут» из Хасавюрта, Россия, Джабир Вазирханов. Бойцы на середине. Будьте внимательны. После команды «Стоп» никаких действий. Все действия по правилам. В партере активная защита. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Ну и, уважаемые друзья, 11-й бой сегодняшнего... За нарушение регламента веса бойцу красного угла объявляется желтая карточка. Бойцовского вечера. Ну и как вы слышите и видите, Джабир Вазирханов начинает этот поединок с желтой карточки. Не уложился он в рамки своей весовой категории. И минус балл. Первый раунд. Ну а наш бойцовский вечер продолжает тему начатую тобой, Асланбек. Приближается к своему экватору. Это 11-й бой из 22 запланированных. Попытка из правого боковой провести. Начинает этот поединок Ромашка. Еще пробивает сначала с руки, затем лоу-кик. Очень жесткий ударник. Даже по телосложению было это понятно. Мы видим, что... Очень серьезно в этом направлении работает Ромашка. Ну и Джабиру Вазирханову, конечно, понадобится определенное время, чтобы прочувствовать соперника. О, какой фронт-кик. Ну, подхватывает Вазирханов и переводит. Амплитудный бросок. Канвас. Амплитудный бросок. Ну и здесь, конечно, попытка удушающего приема в исполнении литовского бойца. Вытягивает он. Но как может, он контролирует еще и руку Вазирханова. Ну это, конечно, в этой ситуации будет тяжело выполнить. Хотя вот мы видим, что его снова таким слэмом просто буквально вбивает в канвас своего соперника Джабир Вазирханов. Не отпускает захват Ромашка. Ну отсюда, конечно... Невероятно сложно будет ему добиться желаемого эффекта. Не под правильным углом. Ну и не под правильным углом, и ногами не контролирует корпус соперника. Здесь всего лишь был вопрос времени, когда Вазирханов сможет высвободиться из этого захвата. И он переходит уже в маунт. Джабир Вазирханов, есть возможность атаковать. Из очень выгодной позиции начинает разбираться Ромашка. Забил Вазирханов. И с помощью сетки, да, попытался смастить соперника Ромашка. Но довольно-таки плотно контролирует оппонента Джабир. Тут пытается что-то придумать Ромашка, но чувствуется, что он не понимает, ради чего все это делается. Хотя вот, пожалуйста, переходит на болевой. Вытягивает. Но это также. Это никаких так, действий нет, да. Просто контроль ноги. Вот колено, вот это уже интереснее будет. На колено выходит. Но опять же, вот одну из ног его держит соперник. По ситуации, конечно, тяжело. Снова боковой контроль от Джабира Вазирханова. И уже появилась первая кровь. Отключает руку соперника Вазирханов. Вот это самое распятие. Атакует он хаммерфистами. Вызывает его включить локти, его угловые. Руки практически полностью отключены. И сейчас изо всех сил пытается развернуться литовский боец. Попытка треугольника от Ромашки. Ну, хотя партер, стоит мне немного, конечно, взять свои слова обратно, немного погорячился я. Партер-то у этого парня на достаточно неплохом уровне.
по крайней мере, постоянно пытается он что-то придумать в созидании. Другое дело, что где-то деталей не хватает ему. И вот сейчас, пожалуйста, треугольник застегивает Ромашко. Но высвобождается. Да, здесь попытка рычага на локоть, но освобождается от него Вазирханов, хотя пропустил удар он снизу от Ромашки. Чуть менее минуты до конца поединка. Ашота Шигян поднимает стойку бойцов. Очень такой активный первый раунд проводят бойцы. Да, у нас действительно стартовая пятиминутка подходит к концу. Жесткий лоу-кик и правый прямой добавлял. И тут, пожалуйста, бросок и не отпускает захват. Опасная ситуация. Ромашка. Вазирханов, да нет, здесь уже только одной рукой держит его литовский боец, поэтому... Если сейчас соединит руки Ромашко, то действительно очень опасно это может быть, потому что тяжело дышать даже сейчас в этом положении Джабиру Вазирханову. Но времени не так много и уже не успеет что-то придумать. Вот, пожалуйста, соединил он захват. Да. Пожалуйста, сдается Джабиру Вазирханову. Но даже, вот если бы, да. Даже если бы не сдался, то, вероятно, он бы уснул. Четвертой минуте 55 секунды первого раунда. Удушающим приемом победу одержал боец синего угла. Поздравляем! Загимантас Ромашко! Загимантаса Ромашко! Джадо Клаб, Укумерже, Литва! Ну и, конечно же, здесь местного по своей национальности, так-то из Хасавюрта, Джабир. Вот мы видим повторы тех самых интересных моментов. Посмотрите, даже вот находясь снизу, пытался прихватить каждый раз то шею. И вот здесь... После этого броска не отпустил шею и сразу вышел наверх. И я хотел тоже сказать, что вот из этой уже позиции ничего не получится, но Асламбек правильно подметил, если удастся...